Вытаскивай пальцы, Саша. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Дэнни! Помаши всем, привет! Маши. Да, привет. Да. Сегодня что у нас будет? Денечка, давай расскажем, садись. Раньше вот видео, на которых отчасти поднялся мой канал, это были одни из видео, где мы с Денечкой, да, когда он был совсем еще маленький, мы снимали с ним лизунов. Но мы делали их сами, из пасты, или покупали готовые. Вот. Но сейчас я решила вместе с вами, вместе с Денькой, попробовать очень интересную штучку, которую я увидела на Алиэкспресс, решила ее заказать. Мне кажется, что одно ее нам с Денькой будет очень весело открыть вместе с вами, посмотреть, что это за интересная такая вещь. И секретик. Дэнь, иди смотри. Это на самом деле жидкий магнит. Да, я немножко не представляю, я ее еще не открывала, ну как открывала, только вот так, она вот в такой коробочке продается. Есть разные цвета, вот такой вот мешочек, вот здесь вот открываем, да, и вот такой вот мешочек, вот такого цвета. Здесь у нас магнитик, здесь, как я понимаю, все жиденькое, и понимаешь, здесь какая-то крошка идет, магнитная, потому что сейчас именно прилипает вот сюда, да, а вот где нет этого черненького, оно особо не прилипает. Значит, нам нужно, наверное, вытащить все это и размешать. Мне интересно, будет липнуть оно или нет. И также в комплекте идут вот такие вот глазки. Там можно делать разные смешные штуки. Дэнь, я постелила здесь вот так вот, чтобы вам было понятно. Видно? Вот, да. Я постелила здесь клееночку с другой стороны. И сейчас вместе с вами хочу открыть и... посмотреть. Вообще она жидкая такая, у меня такое ощущение, что она как жвачка, но мне кажется, она прилипает, блин, она прям вообще, а как ее, ну давайте, прям, блин, она мне под ногти залазит, а как ее вытащить по-другому, блин. Блин, а если она вот так сейчас прилипнет к моим рукам и все? Блин. Реально, она очень липкая. Ладно, я вторую руку засовываю. И прям вот вытаскиваю все. Я не знаю, может, это надо было по-другому как-то сделать? Так, весь магнит надо достать. Какой кошмар. Ребята, это какая-то херня. А что это? А как? А не, вроде отлипает. Стойте, сейчас я буду перемешивать. Стойте. Сейчас проверим все. А, оно тут же отлипает. Господи, я уже испугалась, реально. Оно вроде бы, знаете что, оно отлипает. То есть я ее сверху вот так вот делаю, вот видите, а оно прилипает. Господи, а выглядит, честно говоря, так страшно, что как будто все, я сейчас вот так прилипну. Не, все, сейчас убирается. Сейчас все сниму. А Денька сидит, играется с глазками. Ну, не своими глазками, а вот этими пуговками, которые в комплекте шли. Так. Слушайте, ну оно вообще такое жидкое прям. Я люблю такие штучки, если честно. Так, давай. Она немножко твердеет, как бы, да, пока мы вот так делаем. Денька пока занят. Блин, оно опять прилипает. Жесть. Короче, это не для деток, реально. Тут взрослый, блин, не справится. Так, у нас еще уронилось. Вот здесь вот кусок. Все, мы все собираем. Все собираем. Нигде, чтобы ничего не осталось. Следов не оставляет. Но у нас, вот смотрите, в другое здесь... Самое, к чему прилипает, оно осталось внутри. Это надо вытащить. Лезем туда опять рукой. Такое ощущение, что я просто в какую-то вот смесь лезу. Ужасно. Надо не прилипать. Во. Самое коричневое. Ой, уже надоело мне вытаскивать его оттуда.
Итак, все, вот он готов. Кругленький. Мы его размешаем, чтобы как следует размешать вот этот вот крошку вот эту вот. И смотрите, вот он, например, у меня лежит, вот магнит. Вау! Слушайте, как это прикольно! Видите, на этот магнитик, на кубик, он как бы раз и прилипает. Класс! Вот чем бы дитя не тешилось, да? А смотри, Дэнь, смотри, мы можем глазки прилепить. Смотри, раз, прилипаем глазку. Лепи сюда глазку. Лепи глазку. Вторую глазку прилепляем. Смотри, а теперь берем кубик вот так вот и тянем. Хохолочек, смотри. Рика, кажется. Хочешь попробовать? Ну-ка, на кубик. Ты хочешь 1000 глазок сделать? Вот, на, держи кубик. Клади сюда. Тяни. Ой, он ест кубик, смотри. Я сейчас вам это покажу. Кубик, вернись. Кубик, вернись. Давай я достану, он тонет. Вот, слушайте, это развлекуха невероятная, девчонки. Я всем рекомендую. Ой, он тонет, я его не могу достать. Я его не успеваю достать, как он. Да блин. Офигеть, я сейчас вам это покажу. Блин, офигеть. Он просто весь этот кубик, а знаете, как залипает вот в этом все, тонет. Что-то невероятное. Я уже вся в этом. Представляете? Всю магнитную крошку на себя собрал. Сейчас покажу. Дэнь, ну твои глазки, походу, останутся там. Все, их теперь оттуда очень сложно выковырить. Зря ты дал глазки. Все, они там потонули. Смотрите. Видите? Держим. Вот кубик, кладем. Он там тонет, вы видите? Все, он сейчас погрузится, его будет очень сложно оттуда вытащить. Все, утонул. Все, нету даже вообще. Офигеть. Офигеть. Я не знаю, смотрите, как его оттуда вытаскивать. Его очень сложно вытащить оттуда. Потому что все липнет, и оно продолжает липнуть. Будь здоров, Дэнь. Вот он, вот он. Его как только вытащишь, сразу надо кидать. Ты мой сладкий. Сразу надо кидать. Вот он. Всё, а это опять прилипло. И глаза там внутри. Короче, вам так скажу, девчонки. Это реальная приколюха. Залипуха. Даже при том, что оно вот, ну, вот так все скаталось, да, никаких следов не оставило за собой. Также можно поубирать следы все эти. То есть, как только оно вот стоит, и как только соприкасается сюда магнитик вот этот, да, все, оно начинает опять все вот это вот везде пачкаться. Да, но когда вот это он пожирает его, это вообще зрелище, честно говоря. Дэнь, тебе понравилось? Или тебе все равно на приколюху такую? Главное равномерно распределить вот этот весь магнитик. Пришел он на самом деле из всех покупок, вообще он пришел мне самый быстрым, поэтому продавец хороший. Все, ну, цвет соответствует. Не знаю, глазки достанем или нет, я хоть чувствую сейчас вот здесь. Не, ну можем достать. Туда вот лучше ничего не бросать, да. Чем мельче. Чем мельче мы начинаем вот так вот все трогать, тем просто оно вот все прилипает, и я не знаю. Все соответствует цвет, пришло быстро, поэтому продавец, у которого я покупала, мне понравился. Хотя я его выбирала, знаете, так самая минимальная цена, потому что
я на Алиэкспресс все время как бы покупаю все и выбираю самые низкие цены, потому что продавцов там много, вы знаете, один и тот же товар можно купить дорого, можно купить дешево. Поэтому те, кто любит на Алиэкспресс что-нибудь себе покупать, я рекомендую вам взять такую штуку. Эмоции вы по-любому испытаете массу. Что еще можно сделать? Я не знаю. Что еще? Вот был бы кто-нибудь из вас, наверняка. А давайте попробуем вот такую крышку раскатать. Вот, все три. Так. И положить магнитик. Будет. Ага. А он потихоньку тоже вбирает. Смотрите. Он вбирает. Он утонул. Это развлекуха, залипуха. Любым детям, только с ними нужно под присмотром, потому что я думаю, они могут это все, ну, как бы раскидать. Но было бы приятно. Денечка, а ты хочешь потрогать? Иди сюда. Иди вот сам сделай. Дэнь. Иди к маме. Хочешь такую штучку? Ну, на, с кубиком. Иди на, Дэнь. На. Хочешь поиграть? Я сейчас закачу рукав. На. На. На, поиграй. На. Что ты про бумажки? На. Ну, на, потрогай. Не хочешь? Давай, вытащу сейчас магнитик, я тебе дам. Ну, на, на. Иди сюда, на. Как ты будешь с этим играть? Ой, такое липкое, скажи, да? На. Бери в ручки. Ну, не хочешь, не хочешь, что ли? Смотри, что у мамы есть. На. Ну, на, смотри. Маленькие детки что-то смущаются. Ну, или это мой только. Ну, подержи. Бым-бым. Ты будешь играть? Ты будешь играть? Вот смотри, на. Вот смотри, на. Я же для тебя купила, Дэнь, на. Нет, не нравится. Не нравится им. В общем, вот такая приколюшка. Ссылку под видео я оставлю, где я ее брала, в каком магазине на Алиэкспресс. Стоит она совершенно недорого. Ну, стоит на самом деле этих денег. Я думаю, что она такая, ну, долговечная, хранится, будет вот в такой коробочке. Супер. Супер-купер. Все, мои хорошие, спасибо, что были с нами. Мы открыли с вами вот такую интересную приколюху. Пишите мне в Инстаграм, если что, ссылка здесь. Кто тоже такое покупал, нравится. И вообще, какие идеи, что можно еще с этим поделать. Было бы интересно. Мне очень нравится, и она очень приятная. Вот к рукам. Антистресс очень крутой. И нравится, что, знаете, не просто вот как лизуны, например. Они вот так сильно не растекаются. Хотя разные есть лизуны. Ладно, все, мои хорошие, мы... Буду укладывать малыша спать, он уже просто крутится над этим штативом. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока. Смотрите, я выворачиваю сейчас пакетик этот, и вот прям вот этим куском все с пакетика соберу сейчас. О. Нигде ничего не останется. О. Чистый пакетик. Лайфхак.